Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, с нами умный Павлик и я, Ваня. Мы сегодня рисуем и Рома. Какой еще Рома? Рома потом придет. Давай, хватай фломастер. Какой еще Рома? Какой Рома? Не кричи, хватай фломастер, Арина же спит. Хватай фломастер и мы рисуем сейчас. Кого мы рисуем? Давай рисовать снеговика. Ты через стенку говоришь. Снеговика, давай. Рома? Давай снеговика рисуем. Ром, прожу. Сядь рядышком. Сядь рядышком. Давай рисуй снеговика. Павлик, рисуй снеговика. Как мы рисуем снеговика? Мы рисуем сначала такую большую. Давай такое что-нибудь необычное. Давай снеговика. Сначала снеговика. Какой Рома? Какой Рома? Ребят, я вас прошу, не надо сейчас баловать. Да можно попробуем, чтобы он не был в экране? Сейчас мы рисуем снеговика. С вами хочу быть в экране. Рома, а мы потом по очереди будем. Ты сидишь здесь, а потом ты садишься и с нами рисуешь. Мы все по очереди. Давай снеговика. Из чего снеговик обычно состоит? Из снега же, да? Из пега. Даня не первая, да. Давай там. Так, теперь следующий рисуем кружочек, но поменьше. Поменьше кружочек. Это его тело. А теперь его уже, я не знаю, как нижнее тело или попку, да? О, сразу такие штуки, да. Можно нарисовать такие штуки. Ну, снеговика рисовать просто. И мы для разминки рисуем снеговика. Нарисуйте с нами, это будет просто. Давай так, какой нос у него? У тебя какой нос, покажи. Такой маленький. Какой, как морковка. Точно, а у меня тоже такой будет. У меня, знаете, какой нос? Вот такой будет. Такой вот толстый. Такого носа я никогда не видел. А морковка вот такая, я знаю. Она с такими палочками, да? Так, морковку мы нарисовали. Теперь глаза. Глаза я хочу нарисовать. Супер большущие глаза. Давай нарисуем. Ты маленький, а я большие. Смотрите, я рисую кавайного Деда Мороза с такими большими глазами. Дед Мороз, а снеговик. Ой, да, снеговик. Я просто путаю этих парней. А у меня вот такие огромные. Огромные, да. Так, закрашиваем их. Ребята, рисуйте с ними и со мной. И с губой. И с губой. Какой ты с губой? Ну, давайте так. Что вы хотите на Новый год? Самое лучшее. А, самое лучшее. Деньги дадим компьютер. Павлик, не кричи, пожалуйста. Какой вы любите Марио? Не кричи, пожалуйста. А вы любите Марио? Нам, так, мы еще что нарисуем? Так, большой глаз ты рисуешь, супер. Так, теперь надо руки-ноги рисовать снеговику. Мы уже делали снеговика, мы уже делали. Ну, мы часто рисуем снеговика, Кать. Так что приходи к нам, рисуй еще. Давай теперь руки рисуем. Такие палочки. У меня сегодня руки-палочки будут. Иногда я рисую руки круглые такие, как шарики, а иногда как палочки. Ноги рисую. Павлик. Ноги рисую уже. Закрасил? Ну хорошо, закрасил, отлично. А, Ромочка, Ром, присядь, пожалуйста, ну поровнее. Ромочка, мы же рисуем для ребят, а они за нами хотят тоже с нами рисовать вместе. Так, мы нарисовали. Что еще обычно у снеговика есть? Швабра. Швабры? Швабры. Вот что есть. А я думаю, можно подарок. Ведро на голове. Ведро, да, правильно. Можно ведро, а можно шапку, да? По-разному. И швабра. Но швабра это если есть швабра, а можно метлу. Ну, мне нравится мой снеговик, я уже буду раскрашивать. Будем раскрашивать. Все, сегодня мы хотели ротик нарисовать. Мы сегодня хотели еще нарисовать. Нарисуйте человека ПЖ. Человека ПЖ? Какого еще ПЖ? Пожалуйста. Пожалуйста, человека, пожалуйста. Ром, давай так, теперь раскрашиваем снеговика, мы раскрашиваем каждый по-своему, как хочешь. Я хочу его раскрасить каким-то необычным цветом, например, желтым. А у меня будет радужный. Бери радужный, краси. Так, сейчас. Вот у тебя все есть цвета, и у меня есть все цвета. Мы рисуем масляной пастелью. А, радужный снеговик я тоже, может, хочу. Желтый какой? Красный хочешь? Вот красный. Начни с красного. Я с желтого начну. У меня будет какой-то необычный. Но ты посветлее бери цвета, чтобы снеговик... Синяя морковь. Не черный был, а какой-то цветной. Например, желтый или розовый. Синяя морковь. Синяя морковь. Такого не бывает. Синяя морковь, она испортилась, наверное. Желтые руки. Желтые руки. Они обычно коричневые веточки. Ром, Павлик сегодня все рисует наоборот. Ром, а ты пока придумай, что ты хотел бы нарисовать с ребятами. Так, что же еще я хочу нарисовать? Еще я хочу... Зеленый снеговик.
Так, морковку нам напишите, пожалуйста, описание. Напиши, пожалуйста, описание. А какое описание тебе написать? Дед Мороза мы рисуем. Рисуем Дед Морозов. Мы не пишем описание к нашим трансляциям, мы просто рисуем, а потом отдельно мы ролики показываем отдельно потом. Нарезаем, вот что мы нарисовали. Дед Мороза, еще других ребят. И получается здорово. Кстати, у тебя классный цвет, Павлик, мне очень нравится. Я его называю салатовый. А мой золотой? Да, у папы золотой снеговик. Из золота сделан, представляете? Золотой снеговик, точно. Хороший. У меня тоже. У тебя есть травы. Ребята, да нет, у меня не есть травы. У меня тоже был лазурь, но я его просто его раскрасили. Точно, раскрась. Золотой раскрашенный снеговик. Ты ему ротик нарисуй черным. Масляной пастелью черный. Нарисуй ротик, а то он без ротика. Вот такой снеговик. И он еще с зеленой травкой у меня, смотри. Бывает такое? Зимой такой снеговик. Он тает, можно сказать. Скоро лето наступит, может быть. И розовое ведро. Хотя еще снеговик. Еще Новый год у нас, да, на носу. Ребят, скажите, что вы хотели на Новый год бы? У Деда Мороза я бы хотел... А, какие подарки вы хотели? Ну, напишите, ребят, это интересно. Что бы вы написали, что бы вы... А я бы хотел быть Соником. Рома хочет быть Соником. Вообще, Рома хочет посмотреть кино Соника, который никак не выпустят уже полгода, да? Потому что его переделывают теперь. Нет, он начнется только осенью, я думаю, уже... Весной уже начнется. Скоро весной будет Соника. Соник весной будет. В конце февраля. Или в начале февраля. Ну, где-то там. Еще долго до Соника. Нарисуйте Деда Мороза, пожалуйста. Мы уже рисовали Деда Мороза много раз. И мы еще нарисуем. Вероятно, сейчас мальчишки захотят. С Новым годом, Павлик пишет. Мальчишки захотят, мы обязательно рисуем. Если они захотят что-то другое, тогда, извините, нарисуем что-то другое. Мы обычно рисуем как бы то, что хочется. Ну, и то, что нас просят, иногда тоже рисуем, да? Павлик пишет молча. А я действительно нарисовал блестящего Деда Мороза. Золотого блестящего Деда Мороза. Снеговика. Я путаю Дед Мороз и снеговик. Для меня такие ребята похожие. Они друзья, да? Да. Снеговик отвозит подарки. Я бы хотел телефон Honor D. Ну, может быть, телефон. Если Дед Мороз, ну, помогает Деду Морозу. Дед Мороз все видит. Дед Мороз все видит. Вездедущий Дед Мороз все видит. Я надеюсь, что он не все видит, потому что мне бы было страшно, если бы он все видел. Понимаешь? Он же не все видит. Он, может быть, ему пишут, может быть, рассказывают, может, кто-то следит за нами. Да, ну что, Павлик, давай попрощаемся. Он следит, но только в Африке там сначала, потом в другой стране. Садись. Садись. Ребят, сейчас Павлик пойдет немножко отдохнет, а мы с Ромой нарисуем следующий рисунок. Сейчас будет заставка, и вы не уходите далеко. Садись, Ром. Отлично, Дед Мороз. Подожди секунду. С новым счастьем. Привет. Подожди секунду. Пока шаг враг и так ясно. Так, сейчас мы напишем в Инстаграм, что у нас трансляция, и продолжим, ладно? Прямая. Да. Начирай, натистор, натикач, что? Ака. Что-то он завис у меня телефон. Макастерари. Папку. Напиши тут. Прямая трансляция.